В Щелкове уже несколько лет проходят акции по приему вторсырья от населения. Их инициаторами являются активисты из экологического сообщества «Среда роста». Волонтеры входят в общероссийское движение «Раздельный сбор». В минувшее воскресенье они вновь перенимали от жителей рассортированные отходы, которые паковали для дальнейшей отправки на переработку. С прошлого года такие акции стали проводиться регулярно. В каждое второе воскресенье месяца с 12 до 14 часов в центре «Навигатор». Одним из принципов нашей ассоциации «Раздельный сбор» является то, что раздельный сбор отходов – это такая логичная и нужная вещь для естественного существования человека в наше время. И, в принципе, мы рассказываем людям о том, что без разделения отходов существование какого-то цивилизованного общества сейчас невозможно. Вторсырье разделяют по категориям. Это макулатура вместе с картоном, несколько видов металлических отходов, а также различные пластиковые изделия. Причем их тоже сортируют в зависимости от состава. Сюда молочный ПЭТ белый, сюда основная масса – это бутылки от питьевой воды. Да, соответственно, здесь так называемый корекс. Это прозрачная упаковка под кондитерку в основном. Здесь цветной корекс. Это все единица. Дальше идет бутылочный ПЭТ, который химия. Он из более плотного материала. И отдельно еще собирается подсолнечное масло и кетчупы. То есть и все эти фракции отдельно перерабатываются. Рассортированный мусор отправляется на предприятие «Собиратор», которое принимает до 100 видов вторсырья. Что интересно, для тех, кто сдает отходы, имеется пусть небольшое, но приятное поощрение. Люди приходят, приносят вторсырье, сдают его на переработку, и им начисляется от вкус вилла баллы. Баллы – это деньги. С каждой следующей акцией участников становится все больше. И сегодня здесь много тех, кто пришел впервые. Я нашла их сайт, нашла их сообщество, вот это все начинала изучать. Что-то я как-то так сильно втянулась, и вот теперь я здесь в первый раз. Хотя я хотела прийти еще на прошлую акцию. Добрый пример заразителен. На это и нацелены усилия волонтеров из экосообщества «Среда роста». От акции к акции растут объемы вторсырья, собираемые за один раз. В минувшее воскресенье к сдаче на переработку приготовили около 25 кубометров разделенных отходов. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.